откуда? Вы откуда, спрашиваю? Девушка! Ты откуда? Я понял, город Уфа. Какая организация? А где листок печатает? На принтере понял, а где? Сколько экземпляров, где чего, посмотрите. Есть вообще-то, вообще-то правило есть такое. Раздаются всю продукцию, у которого есть печатка, да? Сколько их считают? 199 экземпляров. Так, да? Плакат один есть. Сим России, трудовые права, всякая фигня. Ага. Ну ты сам будешь здесь, нет? Ты сам здесь будешь, нет? Я перепишу, попробуй. Я листовку возьму, все перепишу, потом тебе у меня возьмешь. Ладно. Ну представь, вы бы хоть представились для начала. Удостоверение, что ли, показали. Кто-то старший должен быть, я хочу ваши данные переписать. Ну, для начала представились бы. Мне нужны вообще-то, все как дети малые, прячьте. А? Вот же. Потом. Журналист, пусть что? Подождите, пожалуйста. Подождите, я данные ваши возьму, что у него это? Ваши спросили сертификат. Могу такой возьмите. 16.00? До 19.00. У них еще полный пакет. Трогайте, пожалуйста. А вот не ваше имущество. Представьте, пожалуйста, что за люди переодеты милиционерами? Пока они не показывают удостоверение, и это люди переодеты милиционерами, да? Вы представьтесь, пожалуйста, а? Вы представьтесь, пожалуйста, по какому праву, собственно? А какое право? Ладно, ваша фамилия скажите, пожалуйста, чтобы я знал. Да, какое? Ну, Тань. Вот у вас написано, почту какого? Почту. Погода разумеется. Ну, какой сегодня погода? Я не спрашиваю, где пропись, а где пропись? Я только что пропись. Мне просто ваш, ну, что делать? Ну, хочу со мной ходить. Я же не как девушке к вам подошел. Мне кто-то вообще не подошел. Дайте я ваш блокнот перепишу. Трудовые права кого? Евросети? А что, я напрягаю в Евросети? Чем? Спросите, поинтересуйтесь. Вы бы листовку хоть прочитали для начала? Да. Они сами не знают. Значит, вы здесь до половины, да? Ну, до половины здесь вы, да? Да, я здесь. Понятно. Кому там надо было бы удостоверение посмотреть? Значит, вы должны были сразу сделать. Ну, демонстрируйте. А вы кто? А вы кто? Я-то в форме здесь человек. И что? Ну, пока вы не показали удостоверение, вы человек переодет полицейским. Да. Ребята.
Вот я сейчас вам заставлю со мной пойти, господа, и узнать, кто вы такие. На каком основании? А мы установим, сейчас посмотрим. Нет, погодите, погодите. Подождите, я даже не успел прочитать. Даже прочитать ты не успел, не то что снять. Господа, вы что так себя ведете? Журналист. Неожиданно ведемся как граждане, вам это не нравится? Вы как граждане, да не как граждане ведете ее. Это вы себя ведете непонятно как. Вы должны людей защищать, а вы делаете... Я потом тебя защищать буду. Нашел у кого спросить еще? Эпикмент.